Вот и очередная вкусняшка будет размораживаться. Это абрикосы со своего участка. После разморозки выглядят вот так. И смотрите, сколько сока. Да, я добавляю немного сахара, иначе они будут слипаться. О том, как замораживаю, у меня есть сюжеты. Но это еще не все. Покажу еще, какие фрукты и овощи я замораживаю. Какое же это чудо! Замороженные фрукты со своего сада или не обязательно со своего, но витаминные продукты в холодильнике приносят радость. У меня есть сюжеты, как я замораживала. Как растет у меня клубника и другие вкусные, полезные ягоды и фрукты. Чувствуете аромат? Ах, какая же это вкусняшка! Замороженная малина. Она уже разморозилась. Посмотрите, и сок пустила. Вкуснотища! Останется только отварить картошку, слегка поджарить или отварить вермишель, подогреть вот этот гевич, приготовленный еще с осени, и вкусное блюдо готово. Замораживайте продукты. Это и полезно, и вкусно, и очень быстро готовится еда. Ставьте лайк, если вам понравились мои сюжетики о замороженных фруктах и овощах. Узнаете, ничто иное, как баклажаны и перцы. Видите, необходимо нарезать и сделать салатик. Добавить лук, чеснок, масло, майонез по вкусу. А как подготовить осенью баклажан? У меня есть сюжет, заглядывайте. Нарезаю все эти части, добавлю специи, добавлю немного майонеза, соли, и будет вкусный салатик. Только перемешать. Можно зеленый лучок, петрушку, укропчик сюда, в этот замечательный салатик. Замораживайте фрукты и овощи. Это намного полезней, чем проводить термообработку, закручивать в банки. Всего доброго! Подписывайтесь на мой канал. С вами Екатерина.